12 января свой юбилей отметила председатель Союза журналистов Подмосковья, заслуженный работник печати Московской области и заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Чернышова. Человек высокообразованный и творческий, несомненный лидер журналистского движения региона. Она уже 20 лет возглавляет Союз журналистов Подмосковья и в течение 8 является секретарем Союза журналистов России. Наталья Александровна – инициатор ряда творческих проектов. При ее поддержке уже 10 лет проходит премия имени Мельникова, а для фестиваля телекомпании «Братина» Наталья Чернышова уже много лет является верным другом. Наталья Александровна часто встречается с творческими коллективами, приезжает в региональные телекомпании, многих коллег знает в лицо и по имени. С телеканалом «Видное ТВ» юбиляра тоже связывает немало. В 2018 году она была организатором автопробега по городам Подмосковья. Участники побывали и в нашем городе, познакомились с работой телеканала «Видное ТВ». Коллектив нашей телекомпании от всей души желает Наталье Александровне крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых больших проектов.